Лещенко из-за обвинения Собчак хотел покончить жизнь самоубийством. Крутой рассказал, как Собчак обвинила Лещенко в том, что он заразил всех ковид. Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак. Представителя старшего поколения звезд шоу-бизнеса Льва Лещенко очень расстроило обвинение в том, что он заразил всех гостей коронавирусом на дне рождения у сестры Игоря Крутого Аллы. Такое обвинение бросила в народного артиста журналистка Ксения Собчак. Этим резким словом она очень расстроила тактичного исполнителя. Игорь Крутой уверил Лещенко, который лечился от коронавируса, что никого он не заразил. Ни у одного из гостей ковид не нашли. Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством. Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать, передал слова телефонного разговора с Лещенко Игорь Крутой. Крутой предположил, что Собчак позволила себе такие высказывания, потому что ее не пригласили на праздник.